Всем привет! Я в больнице. Пока только сдаю анализы. Сейчас дождусь результатов и отправлюсь на операцию. Вы не беспокойтесь, это обычная операция, у меня аппендицит просто. Я буду вести видеодневник. А то мне там будет очень-очень скучно. Ну ладно, в общем, иду дальше. Я в больнице. У меня паника. Думаю, жить буду. Ну ладно. Надеюсь, операция будет не сегодня. Надеюсь, ее вообще не будет. Кошмар, блин. Лучше бы меня тут не было. Не люблю больницы. Тут как-то все страшно. В общем, жуть. Ладно, пока. Всем привет, я в своей палате. Палата номер один. Мои соседи не хотят сниматься. Вот моя палата. Так, вот мои тапочки. Вот моя тумбочка. Это все моя. Вот я собираюсь поменять. Моя подушка, моя кроватка, моя палата, в общем. Я возле окна, слава богу. Я в палате номер один. Жду своей очереди на операцию. Да, паника изнутри. Ну да ладно. Ладно, всем пока. Да, продолжается моя больничная тема. Раша, в общем, что сказать. Вот сама больничка, это вид с лестницы. Все разваливается, пол дряхлый. Сегодня приехала я сюда в обед где-то, в час дня, где-то так. Зато вид какой хороший. Вот, и с часу дня я не ела, так как, когда всем сказали, что ужин, меня медсестры на ужин не пустили, со словами: тебе нельзя ни есть, ни пить. Сейчас время 9. Ой, тут и 9. 7. Почти 8. Я до сих пор не ела. Встретилась с врачом случайно. Узнала у него, что мне есть можно. В итоге сейчас уже поесть я не смогу. С собой я, увы, ничего не взяла. Печалька. Ну ладно. Терпим. Это фигню дальше. А, кстати, мне завтра надо глотать эту лампочку. Уже уколов понатыкали. У меня синяки останутся, блин. Уже остались. Там у меня немножко камера глючит. Печальку. Даже она в этот трудный момент не поддерживает меня. Мне тут ужасно скучно. Я хочу домой. Я уже не хочу ни на какую операцию, блин, поэтому... аппендициту. Мне уже медперсонал просто все желание отбил. Наглое, блин. Мало того, что уколы делать не умеет, так человек с голоду смотрит. Мне кушать нельзя будет только утром. Сейчас я спокойно могла бы покушать. Если бы не они. Ладно, всем пока. Не поверите, где я? Под лестницей. Я как Гарри Поттер, который живет под лестницей. Да, я чуть-чуть повеселела. Блин, мне тут очень-очень грустно, очень-очень скучно. Я повеселела, потому что мне принесут покушать. Я буду кушать, я не умру вот тут, блин, под лестницей. Ну, Гарри Поттер, конечно, выбрался из-под лестницы, но это уж другая тема. У меня рука ужасно болит от этих уколов. Блин, как будто делать не умеет, тут честное слово. Или иголки выбирать такие жирные, толстые, чтобы специально больнее было. У меня вон... А вот здесь вот синяк, в общем.
от укола у меня здесь вена вздулась и синяя. Это называется, у меня так капельницу поставили. Очень качественно, очень профессионально. Прям одуреть не встать. До сих пор вспоминаю, блин. У меня потому что, во-первых, синяк остался, во-вторых, мне в это же место укол делали. Молодцы, блин, ребята, как будто не знают, куда тыкать. Честное слово, понабирают, блин, недоучи. Да, вот вроде как-то так. Ладненько, всем пока. А то тут люди ходят. Все, я покушаю. Мне принесли покушать. Вот сколько. Я довольна. И попить. Это все мое. Ладно, всем пока. День закончился. Ждем завтрашний день. Так, что тут у нас? Тихий час закончился. Все у меня в палате спят. Второй день нахождения меня в больнице. Ничего не говорят. Никто ничего не говорит, как будто спецом. Мне принесли снова покушать. Я уже поела. Весь тихий час я ела. Потому что мне скучно, все спят, одна я не сплю. Почему они спят? Так хочется их разбудить. Уже скоро ужин будут давать, они все еще спят. Вообще обнаглели. Я сейчас пойду их будить. Вы не поверите, я тут раскраски раскрашиваю. Я настолько с ума схожу тут, что дошло до того, что я раскраски раскрашиваю. Антистрессовые. Да. Соседкам по палате массажи делаю. Называется «Миньону скучно». Спать не будут все. Не-не-не-не-не. А знаете, что я обнаружила тут? Сейчас я обратно к себе вон. Хирургическое отделение. Залезу. Тут хаотики вот. Да, я уже бодрячком. Я сегодня вообще лампочку глотала. Как он там называется? ОФРГ или что там? Вот так я выгляжу в больнице. Отвратительно. Такой болезненный вид. Ну что еще от меня ожидать, а? Это же я, миньон. Точнее, мини. Ну, Гарри меня иногда миньоном называет. Вредина. Температура есть? Есть. Я лежу на кровати. Все спят. Поэтому говорю так тихо. Я меряю температуру. Градусник торчит вот. Ну, не видно. Ну, в общем, торчит-то тут. Так скучно. У меня палата номер один. Я первая. Я так тут надоела, я уже хочу домой. Мне врач ничего не говорит. Не говорит аппендицит у меня или гастрит. В общем, ничего не говорят. Руку я сегодня глотала. Эту лампочку, блин. Фу, притяни такая. До сих пор помню. Такая гадость отвратительная. Ну, надо было это. Надо. Мне настолько скучно, что я тут раскраски раскрашиваю. Сейчас покажу, какую. Так, я посекаю, что тут. Опа, антистрессовая. Шпорин раскрасила. Там у меня где-то еще раскрашенная. Есть. Это я яблочко раскрасила. Да, блин. И вот это тоже я раскрашивала. Вот это все. Получилось мило. А вот это Камила раскрашивала. Любопытство. Вроде бы все. Вот это тоже я буду раскрашивать. Ладно, все. Всем пока. Я ложусь обратно. У меня тут еда есть. Я вообще такая обжорная. Ну иди, ем.
Я тут только и ем, блин. Ем да сплю, ем да сплю. О, у меня рядом с подушкой кепка. Великолепно. Ладно, всем пока. А то все спят. Всем привет, на связи зомби. Я только встала. У меня уже закрыла вот из пальца. У меня пальчик болит. Я еще на половину сплю. И без 27. Ну, я минут 15-20 назад сдала кровь. Разбудили меня вообще полседьмого. Всем пока. Я дальше спать. Оделась потеплее, как могла. Замерзла, когда встала. Дура. Всего отправилась на второй, на четвертый этаж. Сдавать кровь. Я сказала, на своем этаже. Я спустилась сюда. Пошла до кухни сдавать. Сдала успешно. Кровь плохо идет. В прошлый раз дважды пришлось протыкать. В этот раз обошлись одним разом. Это ладно. Я спать. И пока. Это третий день моего нахождения в больнице. Давайте я спать. Пенки, которые завтра, оказывается, выписывают. А вот новая пациентка. Куда ты полезла? Куда ты полезла? Куда полезла? А? Скажите, а? Ку-ку. Ку-ку. Попуга. Это Ульяна. Это Ульяна, это Камила, это Анюта. Вот и все познакомиться. Это мои соседки по палате. Их мамы не хотят фотографироваться, тем более сниматься. Ну ладно, всем пока. Так, все, меня выписали, скоро за мной приедут. Вот тут у меня тумбочка уже освобождается. Пробыла я почти, два дня. Сегодня третий, но третий я тут не пробыла. Собираюсь домой, и все. Как я и ожидала, у меня просто гастрит. Фух, слава богу. Ну ладно, всем пока. Всем привет, вот я и на воле, ура! Да, я из больницы сваливала в тапочках и в носках. Лишь бы побыстрее. Ну сейчас я, конечно, уже переобулась, вон я в туфельках. Несу попить себе. Ой, это чехол. Ну, ладно. Одуванчики распустились опять. Ну, вот это я понимаю. Вроде как лето. Лишь бы не сглазить, вот честное слово. Ой, наконец-то я на улице, а не в этом душном помещении, в котором постоянно пахнет этими бактериями. Точнее, антибактериальными фигнями. Ой, слава богу. Я на свободе! Ура! Вот и закончилась эпопея больницы. Слава богу. Ладно, на этом я заканчиваю. Подытоживаю, так сказать, все это. Мое путешествие. Ладно, всем пока. И не болейте, пожалуйста. I'm going to go to the hospital.